По поручению главы администрации столицы Алексея Ладыкова, меры безопасности усиливаются. Отдельные жители все же не осознают рисков и выходят на прогулки с детьми. Все управляющие компании огораживают детские площадки сигнальными лентами. Контакты детей на улице надо тоже ограничивать. Продолжается обработка общих помещений в многоквартирных домах. Также вчера районными администрациями было приобретено более 18 тысяч литров дезинфицирующих средств, белизна гель и белизна. Вчера же оперативно было роздано управляющим компаниям для ежедневной обработки подъездов жилых домов. Технология проста, но она способна убивать бактерии и вирусы. Главное – делать это регулярно. Один раз в день мы обрабатываем. Обрабатываем хлоркой, разведенной водой. Обрабатываем поверхности все, которых касаются руки. Это домофоны, ручки дверей, сами двери, почтовые ящики, все перила. Опрыскиваем, потом через 15 минут протираем перила. Также обрабатываются и лестничные площадки. Специалисты проверяют качество уборки. Но понятно, что здесь в первую очередь все зависит от ответственности каждого. Александр Соловьев, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика.